Дорогие друзья, всем привет! С вами 146-й Легион. Сегодня у нас карьера за Зенит, FIFA 22. Довольно-таки неплохую команду собрали. Ребята, спасибо вам за лайки, спасибо вам за комментарии. Надеюсь на более активную поддержку канала, потому что в последнее время немножко у нас просмотры упали. И надеюсь, сегодня вы меня поддержите. Ребята, не забываем перед началом ролика поставить легионовский лайк, а легионовский, если вы подписаны. Соответственно, подписочка, колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших стримов. И, конечно же, ваши комментарии. Комментарии помогают нам развивать нашу карьеру. И спасибо вам, ребята, за то, что эти комментарии у нас постоянно присутствуют. Так, Саня, Роман, привет. Привет, мои дорогие, спасибо, что заскочили. Очень приятно. Итак, сегодня у нас, как вы поняли, уже из... Начало. Сейчас у нас будет матч с Локомотивом. Локомотив нам очень много раз наступал на пятки, как говорится. И сегодня мы должны как-то себя показать. Так, Чистякова. Чистякова, думаю, можно продать, потому что 30 лет тоже, конечно, слабовато. Саня, привет. Привет, спасибо. Так, помчали. Помчали, дорогие друзья. У нас еще трансферное окно открыто, поэтому есть возможность еще кого-то прикупить. Мы, в принципе, такую неплохую команду собрали. Так, Пеняев у нас в аренду ушел. Так, Чистяков. Вест Хэм готовы заплатить. Так, Пеняев, московский Локомотив. Надеюсь, его там дадут хотя бы чуть-чуть хотя бы поиграть. Так, 11700. 11700, конечно, меня не очень устраивает такая цена. Давайте хотя бы там, я не знаю, миллионов 13 попросим. Потому что каждый миллион вообще на счету у нас. 13700, и мы, в принципе, готовы. Ладно, фиг с ним. Уже так вот. Конечно, помню. Конечно, помню, братан. Что за вопрос, ребята? Вас всех помню. Кто у нас часто на стримах присутствует? Конечно, я вас помню. Так. Так, отлично, отлично. Будет очень приятно, если, ребята, досмотрите до конца. Соответственно, я свой часик заработаю, вы, соответственно, хорошо проведете время. Так, у нас матч с Локомотивом, почти весь состав убитый. Вот это да, вот это подстава, конечно. Но у нас второй состав довольно-таки неплохой. Сейчас мы какой-нибудь смешанный с вами сделаем составчик, и думаю, будет нормально. Так, помчали. Так, эти есть... Ой, кого бы сюда-то поставить? А, ну Головин, Головин, конечно же. Я про него и забыл, что у нас есть топовый игрок. Так, эти, в принципе, я думаю, потянут. Можно центрального полузащитника другого, конечно, поставить. Так. Блин, никто не готов быть центральным полузащитником. Думал, Камлиженович. Нет, Камлиженович не вытягивает. Так, где ты, где ты, где ты? Захарян, Захарян. Я думаю, что если что, его выпустим. Так, спасибо, спасибо. Поэтому, видишь, я тебя и помню. Итак, что здесь? Луис, Динену, Бека-Бека, Баринов, Берковский, Макеев, Текнезян, Едвай, Живоглядов, Кэс-Кэс какой-то. Кэс-Кэс был. Кошка играет. Так, и Гильермо. Гильермо очень неплохо. Неплохо смотрится. Свои тагатки очень даже хорош. Так, ну что, дорогие друзья, у нас матч с Локомотивом. Надеюсь на вашу поддержку. Далеко не убегайте, потому что будет интересно. Итак, Мойзекин, наш лучший игрок, забил 5 в 3 последних матчах. Это очень хороший результат, поэтому, ребята, те, кто не поставил лайк, надеюсь, что поставите. Да, у нас трансфер Де Йонга был. И сегодня он у нас во втором матче подряд присутствует. В первом матче он очень хорошо себя показал. И, соответственно, там даже голешничек свой забил. Так, сегодня, я думаю, будет не исключение. У нас очень такая топовая команда собрана. Я бы хотел, чтобы мы ее вывели на мировой уровень. Наша задача на этот сезон, на 4-й уже сезон, ребята, это, конечно же, победить во всех кубках. Кубок России, Лига чемпионов у нас. Все хотелось бы взять. Так, здесь Локомотив неплохо прессингует, неплохо. Видите, даже здесь в компьютерном симуляторе Смолова тоже, я так понял, Локомотив продал. Сейчас Смолов перешел в Динамо. И, соответственно, здесь в матче я его не вижу. Может быть, конечно, он на замене, но не знаю. Не знаю. Так, Винисиус. Винисиусу партнера мы купили с Реал Мадрида. Это Родриго. Ой, хороший, хороший удар. Я же говорю, Гильермо тащит. Да, он хорош. Очень неплохой игрок. Так, давайте посмотрим, как красиво это все развивалось.
Да, хорошо, хорошо, Гильермо прямо из уголка этот мяч вытащил. Де Йонг навес. Какой у Де Йонга навес! Ух ты! Вот здесь уже у Локомотива прям заварушка такая у ворот. Игроков целая куча, команда в нападение не идет, соответственно, отбивается как может. Мой закин. Пас на Де Йонга. Де Йонг перехват. Пас! Ой, ты хорош, хорош. Де Йонг здесь мог сделать голевую передачу. Аранс, Аранс, что за подстава? Почему? Почему ты этот мяч не перехватил? Да, и у нас еще один топовый трансфер. Это у нас этот Де Лихт. Де Йонг, Де Лихт. Да, Лигу чемпионов, надеюсь, в этом сезоне тоже вытянем, потому что прошлый сезон был очень тяжелый был сезон, но мы его дожали. Так, Родриго. Ой, хороший пас на Мойзекина. Как пяточкой назад. Хорошо, Мойзекин. Ай-яй-яй-яй. Мойзекину здесь голевые передачи не так сильно раздает. Так, наши центральные защитники тоже хорошо действуют. Очень хорошо помогают нашим центральным полузащитникам. Снимают, в принципе, весь верх. Мойзекин, вот, 1-1. Удар. 1-0. 1-0, дорогие друзья. Никто не поставил лайк, поставьте. У нас суперский гол. Мойзекин в очередной раз отличается. У него уже 6 голов в российской премьер-лиге. Я надеюсь, в Лиге чемпионов он также станет лучшим бомбардиром. В прошлом сезоне он им стал. И, кстати, я не вижу, почему его не хотят купить. Вроде там был на карандаше у Манчестера Сити. И всего лишь, по-моему, одно предложение по нему было. Ну, здесь вообще реально топовый уровень. Очень топовый уровень у нашего товарища. Давайте его поддержим. 17-я минута матча. Я говорю, а, даже 7-й гол в 3 матчах. Отлично. Там я почему-то думал, 3 мяча. А, 5 мячей за последние 3 матча. Ну да, да, да. Здесь все верно. 7 мячей. Офигеть. 7 мячей. Родриго. Пас. Клаудиньо. Да, здесь уже защитники. А, нет, не защитники. Это просто Клаудиньо плохо ударил. Спасибо за лайки, спасибо, мои дорогие. Очень приятно. Так, Никита, привет. Так, Головин. Блестяще играет на другой позиции Винисиус Джуниор. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо здесь, хорошо. Де Сантис, Де Сантис очень неплох. Так, Де Йонг. 92 рейтинг, ребята. Вот это просто топовый игрок. У нас таких еще не было в команде. И мы с вами таких игроков не развили. Клаудиньо! Ой, ты хорош. Хорош. Так, Винисиус навес. Но Де Йонг. Нет, Де Йонг маловат. Маловат. Но здесь-то... Ой, хорош Гильермо. Да, Гильермо, конечно, неплох. Так, спасибо, ребята, что вы здесь. Очень приятно, что у нас сегодня стрим. Довольно-таки поздновато я его запустил тоже. Извиняйте, есть проблемы. Какие-то надо решать. У нас все-таки конец уже выходных. Завтра уже на работу полноценно. Я и так на нее, в принципе, ходил. Но завтра уже выхожу полноценно. Поэтому будет чуть-чуть поменьше стрима. Так, Локомотив. Бьет, да, не забивает у нас. И слава богу. Слава богу, они не забивают. Винисиус. Мойзекин. Как хорошо! Как хорошо. Пас. Клаудиньо. Хорош. 2-0. Красиво, красиво забивает Клаудиньо. 29-я минута, даже уже почти 30-я. И забивает Клаудиньо, ребята, счет 2-0. Поэтому не забываем поставить лайк. Супер, супер. Хороший гол забивает наша команда. Очень хороший. Здесь Клаудиньо хорошо забил. Конечно, стоит отметить и пас Мойзекина. Мойзекин не только у нас забивает, еще и голевую передачу в этом матче отдает. Но у него не всегда так, конечно. Иногда нормально, иногда нет. Замечательно. Кем я работаю, не буду вам говорить, ребят. Потом когда-нибудь расскажу. Пока это пускай будет моя маленькая тайна. Итак, Де Йонг. Де Йонг, давай, давай, давай в защиту. Наши центральные защитники. Здесь какая-то у нас неразбериха. Де Лихт, Де Сантис, Де Йонг. Вот, хорош Де Йонг. Де Йонг, кстати, и центральным защитником может сыграть.
Винисиус, какой у него спринт, офигеть, 73 на 27. У нас владение мячом. Клаудиньо. Ух ты, вот здесь опасно. Можно было и на третий гол претендовать, но здесь немножечко не получилось у нашей команды. Клаудиньо у нас нередко забивает. Ну что ты, братанчик, ты что-то редко смотришь у нас стримы, что ли? Клаудиньо у нас нормально забивает. Голов по 10-15 забивает за сезон. Ой, ты хорош. Симон. Симон. В Симоне я вообще ни разу не разочаровался, что я его купил. Хоть и такие моменты у нас присутствуют, но все равно это, конечно, топовый игрок. Так, здесь штрафной. Давайте вознаградим желтой карточкой игрока Локомотива. Алексис Бека-Бека получает желтую карточку у нас в этом матче. Правильно. Будем сажать. Сажать за непристойное поведение в этих матчах. Родриго. Родриго. На Аронса. Аронс, хорош. Дальний удар. Ух ты. Вот здесь Гильермо молодец. Очень такой плотный удар получился. И Гильермо потащил его. Так, давайте мы поставим на правильные позиции нашего Винисиуса и Родриго. Родриго, потому что на правый фланг, а мы, соответственно, здесь почему-то у нас в очередной раз он переместился на левый. Так, хорошо. Клаудиньо. Лакруа. Ух ты. А здесь угловой очередной. Де Йонг. Навес, но Мойсакин. Уф. Здесь неплох, неплех Гильермо. Гильермо, да, в этом матче тащит. Да и он в предыдущих матчах, когда мы играли, тащил. Так, мой закин к этому мячу не побежал. Да, награда прикольная. Вообще прям замечательная награда. Иногда мы вознаграждаем наших соперников этими наградами. Иногда даже красными. В прошлом, позапрошлом сезоне было очень много красных карточек, которые компьютер получил. В этом сезоне пока еще вроде бы не было таких моментов. Симон красавчик. Давайте поставим ему лайк, ребята, потому что Симон красавец. Очень много вручал нашу команду и в Лиге Чемпионов, и в Российской Премьер-лиге. И сейчас, пока у нас Лиги Чемпионов нету, он в очередной раз тащит. Артем, привет. Привет, как дела? Так, ну здесь конец первого тайма и 2-0. 2-0. Все, давайте, ребята, поддерживаем, поддерживаем. Так, те, кому, соответственно, завтра у нас каникулы заканчиваются, рабочие дни начинаются, кто-то кому-то на работу. Ну, у кого есть время, ребята, уделяйте, было бы очень приятно. Соответственно, было бы еще приятнее, если бы мы больше лайков с вами забирали. Да, жалко, что выходные заканчиваются, понятное дело. Жалко. Так, один гол, три удара. Удары в створ, два. Ну, то есть три удара, два в створ, это довольно-таки неплохо. Так, Де Сантис. Де Йонг. Родриго. Навес. Ой, ты Клаудиньо. Хорош, 3-0. 3-0. Три на счастье, как говорится. И в начале второго тайма, ребята, мы в очередной раз забиваем Клаудиньо дубль, поэтому не забудьте лайк ему поставить. Хорош, хорош Клаудиньо. Да, вот это основной игрок нашей команды. Соответственно, я бы не хотел его еще никуда не продавать, не отдавать, не менять. Соответственно, он даже головой здесь забил. Гильермо этот мяч пытался отразить, но все равно перевел его в свои ворота. Хороший гол, дорогие друзья. Надеюсь, вам нравится этот матч. Мне он нравится, потому что у нашей команды получается все. Рюдигер уже старый. Его я не рассматриваю. Клаудиньо. Родриго. Навес. Ой, ты ж неплохо. Еще и пенальти. Еще такой бонус мы с вами зарабатываем. Тин Едвай. Спасибо тебе, дорогой. Давайте посильнее попробуем ударить. Да, блин, Гильермо хорош, я же говорил. Гильермо хорош. Винисиус навес. Мой закин. Ну, Де Йонг. Хорош, хорош Де Йонг. 4-0. 4-0. Замечательно. Замечательно, дорогие друзья.
Давайте поддержим нашего парня, потому что он герой нашего превью. И, соответственно, неплохо забили. Неплохо. Посмотрите, какой навес. Да, здесь очень хорош. Мой Зекин перевел на Де Йонга. Де Йонг, да, у него ударчик-то поставленный. 92 рейтинг, это вообще нормально. Хорош, хорош. 4-0. 4-0, дорогие друзья. Очень неплохо наша команда в этом матче смотрится. Поэтому не забываем поддерживать нашу команду. Аронс. Аронс, мы с вами хотели его раньше продать, но посмотрите, как он разыгрался. Лакруа вообще прям самый главный топ в нашей обороне. Даже Де Лигт, я думаю, что на данный момент чуть послабже. Так, Де Сантис. Де Сантис тоже прекрасный игрок. Это сгенерированный игрок, поэтому, ребята, можете его не искать. Так, Де Йонг. Хорош мой закин. Винисиус. Головин. Ай, ты Де Йонг. Да что ж такое, Головин. Да, здесь хорошо. Гильермо играет. Очень много мячей вытащил в этом матче. Очень такие были и опасные, и неоднозначные моменты. Но он все равно молодец. Очень много потащил в этом матче. Так бы счет уже ближе к 9 был бы. Так, хорош. Клаудиньо. Де Йонг. Это, смотрите, это еще у нас даже есть игроки, которых мы поменяли. Такие, как Камавинга. Так, здесь штрафное в нашу пользу. Винисиус, навес. Так, Де Лигт, молодец, хорош. Мой закин. Хорошая передача, Головин. Де Йонг. Головин, удар. Да что ж такое-то? Да, теперь штрафной не в нашу пользу. Тренировка ударов, конечно, все знаем, но тренировки, если мы еще с вами будем проводить, тогда у нас стримы будут вообще скучные. Поэтому мы автоматически эти тренировки делаем. Так, Де Лигт. Де Лигт тоже молодец, нападение подключился. Мой закин. Мой закин. Смотрите, уже есть кому забивать. Не только мой закин в нашей команде, да, забивает. Еще и Клаудиньо, еще и Де Йонг у нас забивает. Тоже очень прекрасно, что у нас игроки универсальные. Могут и в центре поля мяч отобрать. Смотрите, как здесь. Головин тоже помним с вами. Те голы, которые он забивал. Причем такие дальние лонгшоты были. Так, Де Йонг к этому мячу чуть-чуть не успел. Так, хорошо. Наш мяч. Так, я предлагаю сделать замены, потому что есть игроки, которые подустали. Вот, Руф. Руф тоже сгенерированный игрок. Давайте его сегодня чуть-чуть помучаем. Так, Захарян давненько у нас не выходил. Так, Головин опять тут в минуса. Так, и кого бы мы еще хотели протестировать? Блин, Мерле, конечно, вот надо тоже. Вот так вот сделаем. Ров как раз может центральным атакующим сыграть, а Мерле у нас ближе к нападению все равно. Но я думаю, что это крайний сезон будет. Будет, наверное, крайний сезон. И так уже 4 сезона, ребята. Очень такая у нас неплохая карьерка. Так, Мерле. Захарян. Пас на Родриго. Здесь офсайд был, по-моему, или там штрафной, не понимаю. По-моему, офсайд. Так, хорошо, Головин, хорошо, Лакруа. Вот Захарян с Головиным. Вот она, связка российских игроков. Винисиус. Головин. Да что ж такое-то? Ух ты, вот это да. Вот это Гильермо, поставьте лайк, ребята. Очень неплохо он здесь действовал. Блин, это вообще просто пушка. Винисиус навес. Роф. Мерле. Здесь не получилось сделать пас. Локомотив выходит из этой... Из этого тяжелого положения выходит Локомотив. Правильно сказать. Так, Ров. Очень хорош. Очень хорош. Здесь прессингует вообще везде. По всему участку поля. И только вышел, уже хорош. Ай. А вот здесь вот переиграл. Переиграл он этот эпизод. Конечно, красиво могло получиться, если бы мы игрока немножко обманули. Так, Лакруа. Ой, отлично. Де Лигт. Но надо, надо накрывать.
Закрываем свободные зоны. Не хотелось бы, чтобы Локомотив забил у нас в концовке этого матча. Этого прекрасного матча. Тоже у нас мало матчей, в которых мы выходим, как говорится, сухими из воды. Всегда получаем очень много мячей. Но в этом матче не хотелось бы портить у нас такую атмосферу победную. Так, здесь Делихт. Делихт, молодец. Хорош Делихт. Помешал сопернику. Ух ты, Симон, да что ж такое-то? А тут пенальти. Пенальти. Делихт еще и руку где-то поймал, да? Динено. Левый. Ай, правый. Хороший гол. Хороший. Да, в очередной раз пропускаем голы. Но хорошо, что сегодня у нас не было такой зарубы. Хороший, хороший. Финал. Почему финал Лиги Чемпионов? Финал Лиги Чемпионов у нас еще будет. Ой-ой-ой. Еще сколько стримов до него. Еще целая куча стримов будет до финала Лиги Чемпионов. Только еще надо в нее выйти. В прошлом сезоне-то у нас, конечно, есть. Есть. Поэтому, ребята, можете посмотреть тот ролик. Мы там с Атлетико Мадрид играли. Очень хорошая игра от нашей команды была. Головин. Головин, ну дальний удар. Да что ж такое-то? Перекрутил. Очень сильно. Очень сильно перекрутил этот Головин на этом эпизоде. 5 ударов по воротам. Ничего себе. Ничего себе. Головин в этом матче хорош. Винисиус здесь мяч отбирает. По флангу атака начинается. Навес. Но. Ров. Да что ж такое-то? Здесь через себя наши игроки даже уже начинают бить. Лакруа здесь пытался накрутить нашего соперника. Так, хорошо. Нет, ну, слишком сильно. Слишком сильно. У нас был суперкубок УЕФА недавно, ребята. Как раз на прошлом стриме. Поэтому можете посмотреть. Сыграли с Интером. Довольно-таки интересный матч получился. Интер там не уступал. Но благополучно закончился тот стримец. Поэтому, если не смотрели, ребята, заскакивайте, смотрите. Наслаждайтесь игрой нашей команды, потому что есть такая прекрасная возможность. Ой, ты хорош! Гильермо! Гильермо! Ров здесь пытался ударить, но помешали ему. Так, Делихт. Лакруа. У Лакруа тоже, в принципе, неплохая скорость. Я думаю, что здесь он готов зарубиться с нападающим. 93 минуты, 4-1, ребята, не забывай поставить лайк, чтобы поддержать нашу команду. Локомотив сегодня повержен, повержен. Конечно, жалко, что в сухую не получилось сыграть, но 62 на 38, это очень хорошее владение. Ростов выиграл у Краснодара, ничего себе, Краснодар что-то слабинку поймал. Так, Клаудини стал настоящим героем, забил 2, он сыграл прекрасно, да, Клаудини очень хорош. Псих-психов. Да я бы не сказал, что тут помойка. Посмотри здесь, какой состав. Из таких игроков собран состав. Нет, смотреть не смотрю, но знаю такой канал. Потому что он частенько меня рекламирует. Довольно-таки тоже неплохо. Да, сегодня узнаем. Узнаем соперников по Лиге Чемпионов. Так, что здесь... Новых игроков каких-нибудь нашли? Варен Бондо. Стач какой-то. Но хотелось бы каких-нибудь молодых. Минги. Вот это я помню. Он такой, конечно, слабоватый. Но, в принципе, может и помочь. Может помочь нашей команде. Так. Пока лайков маловато, ребята. Давайте поднакинем сюда. Было бы очень неплохо. Так, хорошо. Хорошо. Да, за народное достояние. Ну, наше народное достояние не сильно тащит, поэтому у нас здесь состав из таких вот звездных игроков. Так, поехали. Другая команда интересуется Йовичем. Йович уже не интересен, вообще не интересен. Так, Чистяков продан. А уж ишь, Реал Мадрид уже хочет купить. Но нам как сказали, что это один из самых перспективных игроков нашей команды. Поэтому я думаю, что не стоит. Не стоит. Так, вместо Чистякова можно кого-то центрального защитника взять.
такого, чтобы более-менее тащил. Где-нибудь рейтинг хотя бы у него, чтобы был там, ну, хотя бы 75. Давайте мы как раз сейчас по позициям раскидаем, посмотрим, есть ли у нас там на просмотре такие игроки. Ну, вот Щурса, конечно, можно взять. Можно взять. Довольно-таки неплохой, мы раньше его брали. Ну, здесь я говорю, да, 17-77. Ух ты, вот он игрок, который нам нужен. Как раз вместо Чистякова. Где-нибудь 1 025 000 предложим. Не знаю, согласятся, не согласятся. Так. Ух ты ж. Ничего себе. Ребята-то настроены решительно. Так, 26 400, давай, и все. 28 600 еще при перепродаже. Давай просто 28 600. 30 900. Так, ну ладно, давай 29 900. Все, хотя бы чуть-чуть сторгуем. Все, отлично, они согласились. Все, давайте. Те, кто у нас уходит, ребята, давайте прощайтесь. Чтобы я видел, кто у нас ушел, кто еще на стриме. Давайте потом, те, у кого нет возможности сейчас посмотреть, я надеюсь, потом посмотрите. Так, давай на 5 лет. Че 4-то? На 5 согласится. Отступные 59 миллионов. Я думаю, что в ближайшее время ты немножечко поинтереснее будешь. Зарплату вообще 2700 просит. Но он еще не избалованный, 17 лет, так что это, в принципе, нормально. Так, хорошего игрока, в принципе, взяли вместо Чистякова. Очень неплохого, я бы сказал. Так, он у нас во втором составе, да? Вот, Десантис как раз сюда сместился. Давайте вот этого Корею сюда поставим. Потому что, я думаю, в ближайшее время он очень топовый уровень выдаст. Так, у нас сейчас будет матч с Химками. Так, Сантос. Ну, пускай будет. Так, Камачо Брав. Я видал там у одного какого-то блогера в этом ВКонтакте, что он типа этого товарища как раз... Нет, не Камачо. Какого-то или Камадо. Короче, до 99 развил. Но это по-любому какая-то подстава. Потому что невозможно развить игрока до такого уровня. Вот Хави Симмонса вы мне предлагали, смотрите. Ну, всего лишь 74 в 21 год. Это очень слабый уровень. Очень слабый. Так, вот здесь вот тоже в Реал Мадриде Готфрей какой-то. Такого я не видел раньше. Кэша предлагает на Ристича какого-то поменять. Давайте посмотрим, кто это вообще такой. Так, левый защитник 77. Нет, давайте мы просто вам его продадим и все. 22 300 есть возможность продать кэша. 27 лет, в принципе, я думаю, пойдет. У нас там есть на просмотре игроки, которые, ну, конечно, может быть, сгенерированы, но все равно хорош. Так, Тимбера у Ювентус уже хочет купить. Нет, Тимбер нам иногда помогает, очень неплохо выходит на замену. Так, ну пока мы компенсировали центрального защитника, сейчас пока не знаю, что тут. Эдуардо Мораес. Эдуардо Мораес 17.61. Если только продам его за 1 250 000 вам. Да, вот от мусорки нужно избавляться. Вот мусорка, да, здесь вот в таком, конечно, ключе может быть иногда звучит, когда мы набираем целую кучу игроков, и они, соответственно, блин, тут, ну реально их дофига. Когда дофига игроков, уже написано, у вас переполнен состав. Это, конечно, да, есть такая возможность. Так, мой закину, есть возможность еще план развития выставить. Лена, привет. Привет, Мбаппе Холланд. Мбаппе Холланд, блин, ну, я бы, конечно, с радостью бы взял. Так, давайте сбалансированный мой закину поставим. За 3-4 недели, я думаю, очень хорошо добавит. Я бы, конечно, взял, но денег-то нету. Мы и так, в принципе, тут Де Йонга выцепили в предыдущий раз. Так, что у нас по Лиге Чемпионов? Там не было еще жеребьевки. Нет, еще жеребьевки не было. Она, по-моему, ближе к концу у нас трансферного окна. Так. Так тогда переименуйся как-нибудь. Создай свой профиль, братанчик. Чтобы я не видел... Вот поставим, у нас есть люди, которые заходят с аккаунтов, там, я не знаю, родителей своих или кого-то. И потом иногда я начинаю путать Иван или кто там у нас сидит. Поэтому, ребята, да, желательно, чтобы вы переименовались.
Так. Так, так, так. Неплохо. В принципе, неплохой у нас состав собран. Я говорю, в принципе, всю мусорку, которая у нас была, мы продали. Но если этого Морайса еще скинем, в принципе, у нас ниже 70-х уровней никого нету, да? Блин, нифига себе, реально никого нету. Так, давайте основным составом быстрый расчет сделаем, чтобы не мучить Химки. Да ладно! Вы это видите? Вот вам и Адеми, и Камышев. Кин и Родриго. Вот вам и просимулировали матчик. И все, теперь мы не сможем в этом сезоне никого удивить тем, что мы не проиграли ни одного матча. Хотя в прошлом сезоне удивили. Так, Байер тут уже тоже включился за Ауша. Нет, Ауша я точно не отдам. Вот так вот бывает у нас. Такие вот моменты. Так, кто там? Морайс продан, отлично. Так, Рен готов за кэша 20-ку отдать. Давайте проведем переговоры. Все равно нужны деньги. Давай сразу быстрый расчет. Это кто вообще ничего не говорил? Сразу же сливаться, да, начал? Так, 22 миллиона. Да не нужен он нам. Вы меня сейчас этот домучаете, и я вообще вам его не продам. Что за глюки? FIFA, что происходит? Что за глюки? 21 900. Все, вот видите, 1 900 выклинчили у них. Так, тренировка, помчали. Чиру и Мобили в Астон Виллу перешел. Нифига себе. Что, у Астон Виллы так много денег? Барселона даже уже Тимбера хочет купить. Нет, Тимбера я пока не планирую отдавать. Не планирую. Это потому что очень неплохой игрок. Так, Ахмат у нас здесь. Сейчас тоже гол просимулируем, да? Быструю симуляцию и быстрый расчет, я думаю, не стоит делать. Домингес 82. Гюри 84. Нападающий. Неплохо. Льюис Портер. Так. Кертис Джонс. Центральный полузащитник. Тоже, думаю, стоит посмотреть. Олаинка не впечатлил. Маккальмонт. Ну, может быть, конечно, рейтинг день 75 там будет. Адееми. Карим Адееми. Тоже кто-то вроде просил как-то его взять. Так. Гуиндо. Блин, ну... Адееми очень неплох, очень неплох. Но у нас, конечно, с нападающими проблем нету. Нету проблем. Но посмотрим. Так, Годфрей. 82 рейтинг. Неплохой игрок для Реал Мадрида. Сандра. Барковский. Барковского где-то я видел. Синго. Да, тоже неплох. Очень неплох. Так, поехали. 19.73. Но он уже в другом клубе. 20.71. Арибас 22.73. Тоже, в принципе, конечно, можно было бы, скажем так. Вот, кэш продан. Отлично, 19 миллионов. Блин, Караваев. Тоже уже очень плохой уровень. Караваева, думаю, стоит тоже продать. Изменения в расписании здесь идет. Так, поехали к нашим трансферам. Если мы продали одного игрока, соответственно, можно посмотреть другого. Хотелось бы и левый защитник, и правый защитник, чтобы был. Так, 18.78. Вот, видите, вот такие вот игроки у нас тоже иногда вылезают. Вагнаман, интересно, сколько у него там, сколько он развил. У нас раньше был он. Раньше он у нас был. Дест, понятно, не наш уровень. А, правый защитник. А, кэш у нас тоже правый. Ладно, давайте свяжемся, попробуем его выклинчить у Севильи. Тоже, в принципе, неплохой игрок. Хотелось бы, чтобы к нам перешел. Так, 25 миллионов готовы дать. Что вы скажете? Ух ты ж. Это кого они тут хотят? Это кого вы тут хотите? Гутьерреса?
Не. Блин. Гутьеррес. Подожди-ка, Гутьеррес. Блин, да что ж такое? Сколько у него там... Сколько у тебя там, братанчик? 20.76. А трансферная стоимость у тебя? А, двадцатку он стоит. Это то есть они за игрока 40 миллионов просят? Не-не-не-не-не. Нет. Пожалуй, откажемся. Пожалуй, откажемся от такого. Так, пресс-конференция. Ох ты, у нас Симак почернел. Вот видите, как отдыхать надо. Вот как надо отдыхать. Почернел на солнце прям жестко. Либо кто-то выключил свет. Включить свет. Симака не видно. 21 игрока купили. Говорят, вы активны на трансферном окне. Никто так не активен, как мы. У нас очень плохой свет, а не очень плотный график. У вас безумно плохой свет. Так, что-то здесь, да, немножечко. Да, кто-то выключил свет, смотрите. У наших игроков нету света. Срочно нужен свет. Бывала у вас такая фигня или нет? Вот у меня, видите, сегодня такое случилось. Так, давайте вторым составчиком сыграем. Так, давайте в центре трансферов посмотрим левого защитника. Право мы посмотрели, теперь левого посмотрим. Кто есть? Да, что-то там со светом. Так, Боржес. Давайте начнем селекцию. На этого парня. Зануси. Нам стиральная машина не нужна это. Так, успеем. Так, 23.80. Разгон 85-85, ловкость 77. Блин, конечно, побольше. Виноград 91-92, 84. Дриблинг 86. Блин, хороший парень. Мендеш. Да нифига себе там за тебя хотят. Райан Сисиньон 38,5 миллионов. Многовато. Лоренц. Фу, блин, это, конечно, неплох. Ладно, сейчас еще посмотрим, кого нам предложат. Так, 31 число. Ладно, так и быть. Группа Лиги Чемпионов, ребята. Аталанта первая будет. Это у нас что за клуб, не понимаю. И Севилья. Так, мне уже интересно. Так, это Краков, Висла Краков. Это будет моей маленькой тайной, я же вам сказал. Потом посмотрите. Он постарел? Да, может быть такое. Да. Так, быстренько посмотрим. Группа Ювентус, Реал, Бенфика, Легия. Нифига себе группа смерти здесь для Легии. ПСЖ, Лейпциг, ПСВ, Виктория, Плезень. Атлетика, Челси, Лион, Динамо. Ух ты, мощно. Ливерпуль, Байер, Зальцбург, Бешикташ тоже неплохо. Барселона, Боруссия, Рома, Лех. Манчестер, Интер, Аякс, Рейнджерс. Нифига себе, группы мощные. Бавария, Тоттенхэм, Шахтер, Брюгге. А в Лиге Европы? Манчестер Сити в Лиге Европы? Нифига себе. Валенсия, Сити, Селтик, Мольды. Вольфсбург, Локомотив, Копенгаген, Мальмо. Локомотив, молодцы. Вильяреал, Роял. ФКСБ, Рапид, Хофенхайм, Ницца, Паук, Медибобашек, Шехир, Милан, Славия, Гент, Янг Бойс, Монако, Бетис, Ференцвараш, АПЛ, Лестер, Динамо, молодцы, Динамо тоже молодцы. Митюлан, Ласк, Наполи, Марсель, АЗ, Шемрак, Роверс. И здесь давайте посмотрим. Порту, Фенербахче, Твенте, нифига себе. Рен, Галатасарай, Штурм, Спортинг, Андерлех, Панатинайкос, Штутгарт, Спарта, Бердин, Брайтон, Олимпиакос, Базель. О, ЦСКА опять здесь. ЦСКА, Витес, Розенборг, Реал Сосьедад, Динамо, Загреб, Химки. Химки даже вышли, нифига себе.
Так, Ферентира, Люцерн, Брандбдю и Хакен какой-то. Нифига себе, неплохо. Неплохо. Так, мы идем пока на третьем месте. Рубин. Рубин, ничего себе, в прошлом сезоне они неплохую игру показывали, слушайте-ка. Так, у них тоже 5 игр, Ростов выше нас. Ух ты, ничего себе. Так, я чувствую, здесь какая-то фигня пошла. Если мы сейчас, конечно, про... зайдем в матч, может не быть света. Готовы вы на такое? Или нет? Или сейчас, подождите-ка. Перезайдем в нашу игру. Так, что там со светом? Свет починили? О, отлично, свет починили. Ништяк, ништяк. Так, поехали. Второй состав. Второй состав будет у нас биться с Ахматом, с Грозным. Неохота очки терять, поэтому сыграем с Ахматом. А Ушиш тоже давненько у нас не играл. Сейчас как раз дадим игрового времени. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня матч против Ахмата. У Ахмата 4 гола пропущено в 5 матчах. То есть это довольно-таки неплохой результат. Санкт-Петербург забито 15 голов в 5 матчах. Фу, хорошая статистика, очень неплохая. То есть, грубо говоря, в каждом матче по 3 гола. Итак, играем вторым составом. Не хотим терять очки, поэтому погнали. Будем сегодня биться не на жизнь, а на смерть. Захарян. Захаряна как раз почаще получится использовать. У нас 2 россиянина в составе. Поэтому, ребят, не забываем поставить лайк. Если вы хотите, чтобы у нас российские игроки присутствовали в наших матчах. Так, Мерле. Мерли, да что ж такое, пас не получилось сделать. Отлично. Могло бы быть, если бы Головин сделал хорошую передачу. Так, Головин. Тимбер. Тимбер. Так, хорошо. Хорошо, у нас здесь игроки поддержки работают. Пас на Мерле. Мерле довольно-таки неплохая скорость, но центральный защитник здесь был интереснее. Интереснее в этом эпизоде. Так, давайте не будем симулировать сейчас пока что ничего на этот стрим. На следующем уже перейдем к Лиге Чемпионов. Все, давай, счастливо. Ух ты, вот здесь Ахмат неплох. Сафонов у нас на воротах стоит уже очень давно. Причем у нас, по-моему, с самого первого сезона стоит на воротах. Вот, я хочу, чтобы вот этот парень показал себя в этом сезоне. Очень у него неплохая характеристика. А уж здесь очень плохая передача получилась. Очень плохая передача. Пока такой непонятный у нас футбол показывает наша команда. И Ахмат очень заряжен на этот матч. Поэтому интересно наблюдать. Интересно наблюдать. Эскобар не отобрал. Тимбер. Ахмат здесь через фланг пытается работать. Тимбер хорош. Не зря тебя хотят купить топ-клубы. И Барселона, и Ювентус. Мерле. Да что ж ты будешь делать-то? Аушиш. Головин. Так, Мерле хорош. Адама Трауре. Мерле. Головин. Адама Трауре. Отлично, как вырвался вперед, да, ребята? Очень круто вырвался. И забивает гол Адама Трауре. По-моему, первый гол в этом сезоне, ребят. Поэтому давайте поддержим нашего парня своими лайками легионовскими. Надеюсь, что вам понравился этот гол. Мне, по крайней мере, очень он хорошо зашел. Так, да, здесь и Головинку передачу сделал. И Адама Трауре как прорвался вперед. Просто супер. Просто супер, дорогие друзья. Так, погнали, погнали. Матч только начался, можно сказать, 17 минута, первый гол в 2 матчах. Очень неплохая статистика, в принципе, для такого игрока. У нас даже Мерле, по-моему, меньше забивал. Так, Захарян. Эскобар. Не-не-не-не-не. Никаких скидочек. Никаких им скидочек. Они нас тоже в первом сезоне очень сильно разматывали. Захарян. Пас на Мерле.
Мерлена Захаряна. Захаряна срубает игрок. И здесь будет желтая карточка. Очередную награду у нас получают клубы, которые играют против нас. Тимбер. Дальний лонгшот. Ух ты ж, ух ты ж. Аушиш. Да, прям головой в голкипера влетел. Хорошо, желтую карточку не показали. Но здесь очень хороший удар был. Очень хороший. Так, Ров. Захарян. Так, хорошо. Адама Трауре. Травму не получил. Все, слава богу. Слава богу, травму он не получил. Так, Ров. Так, неплохо. Захарян. Коре. Вот Коре как раз играет у нас первый матч. Мерле. В 17 лет 77 рейтинг. Это, блин, очень круто. Так, хороший пас. Головин. Адама Трауре. Адама Трауре. Да что ж такое-то? Офсайд был. Хотя неплохо здесь атаку нашу развивали. Так, Головин. Хорошо. Ров. Ров мяч потерял. Головин очень хорош в отборе. Очень хорош. Захарян. Захарян. Мерле. Да что ж ты делаешь-то? На посильнее пасы давать. Я не понимаю, почему иногда такие очень плохие пасы делают наши игроки. Эскобар. Тимбер. Тимбер в очередной раз на фланге пытается его же накрутить. Ух ты, какой гол Ахмат забивает. Офигеть. Легендарный компьютер, ребята, очень хорошо сопротивляется и забивает нам почти в каждом матче, в которых мы играем. Тем и интереснее, конечно, играть. Интереснее, когда компьютер тоже показывает такую игру. Неплохую довольно-таки. Так, у нас 1240 человек на канале, ребята. Очень неплохая цифра. Спасибо, что поддерживаете. Те, кто у нас только подписался, спасибо вам огромное. Так, у нас Садулаев забивает. Садулаев. Но мы давайте не будем забывать, что второй состав у нас реже выходит на матчи. Да, и поэтому они совершают вот такие глупые ошибки. Таварес. Таварес должен здесь помогать нам. Головин. Так, хорошо. Ой ты, опасно, очень опасно. Пенальти не было, отлично. Корея как раз сыграл, ребята. Как раз наш новый центральный защитник в этом эпизоде очень неплох был. Так, на Аушиша здесь накрутили набегающего защитника. Аушиш. Пас. Ох ты, отлично, Ров забивает. Ров, это новый игрок нашей команды. 20 лет, 83 рейтинг. Но это тоже сгенерированный игрок, поэтому у вас не получится его найти. Так. Добрые поступки, но это, конечно, не про наши стримы. Здесь мы в этом сезоне хотим выиграть все. Не так часто у нас Зенит Лигу Чемпионов выигрывает, поэтому нет. Так, Ров, один гол в четырех матчах. Добрые вещи надо в реальной жизни совершать. Ров. Так, пас на Мерле. Аушиш. Навес. Так, неплохо, неплохо. Ров. Так, сейчас уже чуть Ахмат у нас поджался к своим воротам. Отлично, Эскобар здесь. Хоть мяч и от нас ушел, но здесь прикрыл нас в этом эпизоде. Эскобар. Тимбер. Тимбер. Головин. Хорош Головин. Аушиш. Тимбер. Головин. Тимбер. Хорош Тимбер. Да, реально хорош, поэтому его не зря хотят топовые клубы взять, потому что у него очень неплохой рейтинг. Очень неплохие у него статы. Так, Эскобар здесь отлично. Корея. Корея как раз очень хороший пас. Здесь еще и наш мяч, да, там был штрафной. А, нет, это конец первого тайма. 2-1.
Неплохо, Ахмат, неплохо. С Локомотивом было попроще. Ахмат в этом матче сопротивляется. Так, Головин. Головин. Захарян. Эскобар. Хорош. Аушиш. Захарян. Руф. Да ничего себе, Ахмат как действует. Очень неплохо. Корея. Корея, давай. Вот, молодец. Наш молодой защитник. 17 лет, 77 рейтинг, ребята. Очень хорош. Первый матч он сегодня играет. Мы его сразу же закинули, как только купили. Не дали ему времени там потренироваться. Сразу же, давай, братан, на поле потренируешься. Мерлен овец. Но, Ров. Ух ты. Неплохо здесь центральные защитники, да, снимают этот мяч. Захарян. Трауре. Трауре. Да что ж ты делаешь-то, братанчик? Ребят, не забываем поддержать стрим, поставить свой лайк. Не знаю, когда вы будете смотреть, в офлайне или в онлайне. Скачайте его себе или нет. Сардор, привет. Поэтому не забываем поставить лайк. В любое время дня и ночи, когда вы смотрите этот стрим. Так, Сильва в Ливерпуль перешел. Ничего себе, из Манчестер Сити. Но Ливерпуль, кстати, Ливерпуль в Лиге Чемпионов. Здесь Ахмат. Ух ты, неплохо Ахмат. Да что ж такое, 2-2. Матч с Ахматом, ребята. Ахмат очень хорош. Поставьте здесь лайк этим ребятам. Молодцы. Блин, какое ударище. Сафонов не вытащил. Так, поехали. Поехали. Забивать голы. Нифига себе. Вот это да. Вот это матчи, конечно. Так, здесь штрафной. Мерле. Тимбер. Корея. Пас на Аушиша. Ух ты, если еще Аушиш сейчас забьет, то тогда голевая передача Кореи будет. Нет. Аушиш здесь плохо сыграл. У Кореи нету номера. Надо Корее дать какой-то номер хотя бы. Там что, без номера бегает. А там у него двоечка вообще должна быть. А двоечки-то нету. Таварес. Корея. Ничего себе, Ахмат. Ой, как Ахмат действует в этом матче. Так, хорошо, Корея опять. Захарян. Контратака. Пас на Мерле. Но здесь хорошо играет Мартос. Это центральный защитник, который нам противостоит. Мерле очень слабый дриблинг. Очень слабый. Ахмат тоже вторым составом. Только этот второй состав, походу, очень часто у них играет. Так, Корея, молодец. Адама Трауре. Адама Трауре. Вот как раз он-то и может по флангу пройти. Ничего себе, Тимофеев бегает. Пас. Захарян, красавчик. 3-2. 3-2, дорогие друзья. Не забываем поставить лайк, потому что, во-первых, забивает российский игрок. Забивает Захарян. Это один из лучших игроков российской премьер-лиги. И, во-первых... Во-вторых, вернее, надо поддержать этот стрим. Нужно поддержать этот ролик, чтобы как можно больше людей его посмотрело. Как можно больше людей у нас подписывалось на канал. Так, можно Камлиженовича выпустить. Пускай он поиграет. А здесь гол Захаряна, очень хороший гол. В противоход вратарю, и здесь он ничем не смог помочь своей команде. Захарян, 67-я минута, забивает гол. 3-2. И выводит тем самым нашу команду вперед. Так, Кастанеда. Так, Захарян здесь вообще в минусах. Мачадо. Давайте нам посмотрим, что, кто такой Мачадо. Так, Ров, иди в нападение. А, так, кто у нас? Дилрасун, да? Дилрасуна можно сюда засунуть. Камлиженович, пускай у нас играет здесь. Слабая нога, у него, кстати, 5 звезд. Я говорил раньше об этом или нет? Да, очень хорош. Захаряна, слабая нога, тоже 5 звезд. Мачадо, финты 5 звезд. Чуть у нас такие звезды. У Сафонова слабая нога, 5 звезд. Ничего себе. Нормально так, нормально. Российских игроков Фифаман тащит. Ну,
Ну, не знаю, может быть. Но он же об этом не скажет никому, правильно? Так, Трауре. Давай, давай, давай. Так, Таварес. Трауре. Захарян. Камлиженович. Камлиженович, да как так-то? Мачадо. Ребята, мы так не выиграем этот матч, если вы так будете играть. Таварес. Пас вперед на Рофа. Адама Трауре на вес. Но! Ой, хорош, хорош. Еще бы по... как-то по... цельнее этот удар был бы. Поточнее, тогда бы был бы гол. Так, Захарян. Ой, хорош, хорош. Так, хорошо. Таварес. Таварес, молодец, молодец. Не зря мы тебя во второй состав вытеснили. Был он до этого у нас третьим. Захарян, молодец. Адама Трауре. Пас на Камлиженович. Камлиженович заряжает Тавареса. Таварес. Навес. Так, Адама Трауре здесь на фланге. Таварес назад. Адама Трауре чуть впереди будет накрывать игрока. Если что, он сможет убежать вперед. Мачадо. Мачадо. У него с финтами все неплохо. Захарян. Мачадо. Смотрите, у игроков, которых мы взяли недавно, вообще нету номера. Как так? Адама Трауре. Да что ж ты творишь-то? Блин, да ладно. 3-3. Вот вам и Ахмат. Я в шоке. Какие голы забивать сегодня легендарный компьютер. Смотрите, просто мощь. 100% голы. Мне кажется, читерством попахивает. Камлиженович. Да что ж такое, даже Камлиженовича мяч отобрали. Да, надо почаще тебя выпускать. Так, Тимбер. Да что ж такое-то? Тимбер. Корея. Диорасун. У Диорасуна вроде бы неплохо со скоростью. Здесь как играют плотно-то игроки. Ахмат, да, офигеть. Ахмат, блин, просто мощь в этом матче. 6 голов с Ахматом. Ожидали такого? Вы говорили просимулировать. Но тема интереснее играть вообще. Так, хорошо. Ой, ты ж, блин, нифига себе. Еще и могли пропустить сейчас гол. Представляете? Ахмат бы сейчас вышел вперед. Так, у нас есть последняя возможность вытащить этот матч. Таварес. Захарян. Ров. Ров. Ну, блин, да как так-то не забил? Как так-то? Камлиженович на вес. Ну, Ров. Диорасун. Тимбер. Захарян. Пенальти. Пенальти. Фу-ху-ху. Теперь осталось забить. Ров, давай, забивай, забивай, братан. Отлично. Фу, 4-3. 4-3, дорогие друзья. Нифига нас Ахмат не обгоняет. Ров, молодец, пенальти реализовал. Кстати, забил даже туда, куда мы, в принципе-то, и не планировали. Здесь вратарь просто посмотрел на этот мяч и хорошо крутанул. Хорошо крутанул. Фу, люблю я, конечно, такие матчи, но они, скажем так, очень много требуют, скажем так, нервов. Нервов очень много требуют. Отлично, отлично, дорогие друзья, матч с Ахматом все-таки закончился нашей победой. 7 голов в этом матче. Не забудьте поставить лайк, потому что очень интересный матч выдался. И Ров забил у нас двоечку, тоже это стоит копилочку занести. Да, все упали, как будто их убили, да? Бывает такое. Очень здорово, что вы согласились ответить на наши вопросы. Спасибо большое. Ров стал настоящим героем, забил 2. Он сыграл прекрасно. Хочу похвалить всю команду. Да, молодцы. Надеюсь, в следующий раз будет еще интереснее. Ахмат хорошо сыграл. Да, так и есть. Все замечательно. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания. Как, в принципе, у нас сегодня есть. Итак, дорогие друзья, сделал для вас сегодня стримец. Довольно-таки неплохо получилось. Очень жалко, что у нас заканчиваются праздники, каникулы. Но все равно буду радовать вас стримами. Поэтому не забывайте заходить, ставить свои легионовские лайки. Не забывайте подписываться на канал. И пишите ваши комментарии, ребята. Ваших комментариев очень много зависит на нашем канале. И очень много мотивации они мне дают. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем хорошей рабочей недели, хорошей учебы. И до новых встреч. Пока.